Бажаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Отчет за этот день. Насыщенный день. Ставка. Ключевые военные и внешнеполитические вопросы. Совещание с руководителем ГОР. Длительное. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на любую угрозу. Мощно отвечаем. Министр финансов Марченко проинформировал о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов. Недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Важное внимание к Украине и важный вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институций. Глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связаны с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться завершиться справедливо, восстановлением международного порядка, полной силой международного права. Сегодня есть необходимое решение Верховной Рады Украины. Необходимое для начала переговоров с Евросоюзом. Закон о политически значимых лицах ⁇ Politically Exposed Persons ⁇ принят. Ожидаю текст закона на подпись. Задача наша неизменная. В этом году быть готовыми открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза. Провел итоговое совещание по работе Конгресса местных и региональных властей Украины в этом году. Это важная и результативная площадка прямой коммуникации с общинами и решения насущных вопросов, которые есть в регионах. Взаимодействие местных властей со всеми структурами центральной власти, с правительством, а также Верховной Радой. Я благодарен всем, кто активно работает в рамках Конгресса, в частности, относительно восстановления и подготовки к зиме. Но, конечно, работу Конгресса следует расширить и на больший спектр вопросов, и по социальной сфере, и по связи, и по созданию рабочих мест, и по многим-многим другим вещам, которые важны людям по всей стране. И фронт, войны, наши бригады, 54-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Это лиманское направление и солидарское направление. 92-я отдельная штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный яр». Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины. Спасибо всем, кто помогает. И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются, выполняются очень точно. Атакмсы себя показали. Слава Украине. Слава Украине.